5 января в России отмечается Татьянин день, любимый праздник студентов. Поэтому поговорим про книги о студенческой жизни. О том, что быть студентом – это не просто учиться в университете или колледже. Это быть молодым, влюбляться, дружить, сдавать сессии, ставить перед собой первые цели и достигать их. О студенческой жизни написано много литературных произведений. Обсудим некоторые из них. У вас была мечта стать студентом старинного и очень известного университета? Если ваш ответ «да», то вам, несомненно, будет интересно окунуться в жизнь Гарвардского университета, живо описанную в саге Эрика Сигала «Однокурсники». Эрик Сигал – американский писатель, сценарист, преподаватель, окончил Гарвардский университет, был профессором, преподавателем античной литературы, писал романы и параллельно работал над киносценариями. Он написал сценарий для фильма «Биография о группе Битлз» «Желтая подводная лодка». В качестве хобби писал музыку и песни. В 1972 и 76 годах комментировал летние Олимпийские игры. Сам автор писал в эпиграфе к своему роману следующее. «Однокурсники – это моя история и моя жизнь с 18 до 46 лет. Мы все лишь со временем понимаем, что сделали со своей жизнью. Мне понадобилось 25 лет, чтобы понять и осознать, что я сделал со своей собственной». Роман «Однокурсники» состоит из дневников одного из главных героев – Эндрю Эллиота, и повествует о жизни выпускников Гарвардского университета. Их история начинается в первый учебный день, когда герои молоды и полны надежд. Судьбу главных героев можно проследить на протяжении 25 лет. За это время происходит становление героев, меняется их мировоззрение. Все они пережили и успех, и поражение. В их жизни была и любовь, и разочарование. Но и Гарвард всегда оставался с ними. Читается роман очень легко, ведь в нем есть все, что нужно для захватывающего чтения. И любовь, и история успеха, и интриги, и политика. Следующее произведение, о котором мы поговорим, это «Кафедра». Оно написано уникальным автором и Грековой. Она же автор самого известного учебника по теории вероятности. Этот учебник с удовольствием брали не только в научных, но и в публичных библиотеках. Ведь многие желали выиграть спортлото, вычислить существование жизни на других планетах, встретить свою судьбу. Великое множество студентов изучало теорию вероятности и прикладную математику по учебникам Елены Сергеевны Венцель. При этом столько же человек зачитывалось книгами и Грековой, которую называли «властительницей дум интеллигенции». И Грекова – это литературный псевдоним Елены Сергеевны Венцель. Причем именно так – И.Грекова, от слова «Y». За журналами, где печатались ее новинки, выстраивались очереди. Вся жизнь Елены Сергеевны Венцель связана с преподавательской деятельностью, поэтому она сознанием дела раскрывает жизнь университета. Роман «Кафедра» в свое время зачитывали до дыр. В советское время, как и сейчас, на университетской кафедре в студенческих аудиториях кипят профессиональные страсти, проистекают тайные служебные романы, герои любят, страдают, бывают счастливы и несчастны. Особенно душевно в книге «Студенческая линия». «Кафедра» – отличная проза, яркие образы, увлекательные истории жизни. Затягивает так, что реально живешь вместе с героями. Курсовые, защита диплома, отношения с преподавателями. Роман написан с юмором, но есть в нем и немного грусти. Все как в жизни. Тем, кто давно окончил свое обучение, будет приятно снова окунуться в атмосферу студенчества. А если вы учились в университете после 90-х годов и знакомы с иной атмосферой в учебном заведении, тем интереснее вам будет читать роман и сравнивать. «Студенческая жизнь» – это такой благодарный литературный материал, который не мог не заинтересовать писателей фантастического жанра. Написаны целые серии книг про различные магические школы, академии, университеты. Самая известная серия книг про обучение в школе волшебства – это, конечно же, книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Главный герой Поттерианы – на свой 11-й день рождения узнает, что он является волшебником. Его жизнь сразу круто меняется. Гарри становится студентом Академии чародейства и волшебства Хогвартс, где получает прозвище «Мальчик, который выжил». Если мы отвлечемся от учебных предметов, которые изучают в Хогвартсе, то мы увидим интересную, насыщенную, яркую студенческую жизнь литературных героев. Все они, как и любые студенты, боятся экзаменов, учат экзаменационные билеты ночами, иногда нарушают правила, дружат, влюбляются и очень преданы своей любимой академии. Все 7 книг Поттерианы экранизированы и с огромным успехом прошли в кинотеатрах по всему миру. Какую бы вы ни выбрали книгу для чтения о студенчестве, желаем вам,
чтобы ваша студенческая история была достойна изложения в самом интересном литературном романе.